Спасибо нашему повару. На здоровье. Ты ведь с Маршалом ходил? Угу. Слушай, а что это у тебя на лбу? Это? Да, где крестиком отмечено. А ведь ему сильнее досталось. Ну и он тебя разукрасил. Кстати говоря, а кто он такой? Он мастер клинка. Ну да, кто же еще? Что, я не вовремя? Ты как, уже на месте? Да, в Воронем гнезде. Хорошо, спасибо тебе. Угу. Ну что, ты готов? Разумеется. А ты? Морально готов? Разумеется, готов. Скоро буду. Наконец. Что нужно? Воды. Спасибо. Спрошу тебя еще раз. Ты уверен, что готов к испытанию? Главнокомандующий уделал меня просто как щенка. Чтобы победить, мне нужна сила. Просто ответь, ты готов или нет? Неужели ты сомневаешься во мне? Ты встретишься со смертью. В недрах этих руин будет ждать Гильгамеш. Эту пещеру обнаружили 30 лет назад. Туда ушло несколько экспедиций, но назад не вернулся никто. Почти никто. Да. Ты пошел на это испытание. И вернулся живым. Идем. Ты сказал друзьям, куда отправляешься? Сказал просто по делам. Не хотел, чтобы они из-за меня беспокоились. Или чтобы узнали о твоем поражении. Ладно, я пошел. Обратной дороги нет.
только пошел показать свою силу. И меня, что скитается по этим пещерам, чтобы смерть исследовала все. От нас остались только наши души, цепляющиеся за осколки прошлого. Зачем? Чтобы испытывать тех, кто желает стать щитом короля, и готовить их к обладанию той силой, которую они чтятся обрести. Бойцы мастера Зелка поклялись служить ему до самой смерти. И даже после. Тогда... Давай, марш! Другого пути нет, только вниз. Но значит, будем вниз. Ты пришел доказать, что ты достоин? Да. Я хочу пройти испытание Гильгамеша. И что ты надеешься получить здесь? Силу. И ты мне ее даруешь. Вот как. Thank you.
Грубая сила — это далеко не все. Только тот, кто в равной степени силен и отважен, достоин чести стать щитом избранного короля. А я нет. Жителям твоего мира угрожает великое зло. Лишь король королей и его щит могут спасти их. Кто не достоин этой ноши или не готов принять ее, встречает свою смерть здесь. Я ничего такого не встретил. Где твое испытание? Ступай же, если ты не боишься смерти. И покажи, чего ты стоишь. Ты к этому готов. Испытание уже начинается. Мастер клинка. Мастерский владеет клинком. А что, ты ждал чего-то более пафосного? Лучше отдохнуть, пока есть возможность. Пора сделать привал. Мастер клинка не станет тебя обучать. Он подвергнет тебя испытанию, без поблажек. Значит, новеньким вроде меня пощады не будет. Получается, что слабый недостоин быть щитом? В его глазах слабый недостоин жить. Слабые дураки, которых следует покарать за наглость. Когда-то и я сделал глупость и получил по заслугам. Но он решил, что ты достоин быть живым. Ведь он же тебя не убил, верно? Мы не знаем, что он решил. Суп был лучше некуда. Будь начеку, смотри в оба. Само собой. Ooh!
Твое мастерство впечатляет. У тебя может хватить сил, чтобы одолеть тьму. Но хватит ли у тебя духу, чтобы пройти эти испытания? Их все больше и больше. Помни, чему я тебя учу. А то. Что это? Зал испытания. Туда ты войдешь уже без меня. Готовься, юный воин. Тебя ждут нелегкие испытания.
отныне с тобой, юный воин. Выше голову, ибо щит короля ни перед кем не должен стоять на коленях. Спасибо за совет и за поддержку. Ты вышел оттуда живой. Это первое испытание. Тебя ждут еще битвы, прежде чем ты сразишься с мастером клинка. Отдохнем, пока можно. Лучше отдохнуть, пока есть возможность. Отец ведь не пошел к Гильгамешу. Хочешь спросить, почему? Ну да. Это же не потому, что он боялся. Он боялся не испытания. Он боялся подвести своего короля. Он не мог оставить короля, державшего стену. Какой толк от щита, если ему некого защищать? А ты беспокоишься за своего короля? Конечно. Но я делаю то, что должен. Точно так же, как поступал мой отец. Суп был лучше некуда. Сколько лет прошло с тех пор, как ты пошел на испытание? 30? Около того. Я был намного моложе тебя, и опыта у меня было гораздо меньше. Это просто чудо, что я остался в живых. Вспоминаешь знакомые места? Смутно. В тот раз я не особо глазел по сторонам.
Еще один зал. Да. И возможность перенять мастерство этих воинов. Но тебе придется сражаться. Thank you.
Наши мечты и надежды. Обрати взор в будущее, ибо задача щита короля — охранять его. Этим не уходишь.
Тысячи ступали по этой земле, и все они были глупцами, не готовыми к тому, что их ожидало. Тебя постигнет та же участь. Я так не думаю. Думай, что хочешь. Мне лучше знать. Люциус, где ты родился, уже не тот Люциус, которому я служил. Ваше поколение, избалованное заботой короля и беспечностью мирной жизни, забыло ужасы войны. Разве мог среди таких неженок родиться щит, достойный истинного короля? Спасибо за поддержку. Посмотри на это с другой стороны. Слабым всегда симпатизируют. Какой теплый прием. То, что надо. Сохранишь ли гордость, когда само твое тело предаст тебя? Или ты падешь на колени? Yeah!
тебя! Пора сделать привал. Лучше отдохнуть, пока есть возможность. Вот уж не думал, что снова вернусь на этот путь стойкости. Через 30 лет, значит. А что, ты уже тогда был бессмертным? Могу рассказать тебе. И каким он был, этот мастер клинка? Помню я его смутно, но глаза... Его взгляд словно пронзал насквозь, до нутра. Он предвидел каждый мой следующий шаг. Эти глаза обмануть невозможно. Ха, как интересно. Суп был лучше некуда. Тот, кто защищает короля, должен обладать как силой мышц, так и силой духа. Если в чем-то он слаб, щит будет расколот. Чего я тебя учил? А то, что не дождусь.
себя! Приготовься! Будь честен, ибо щит короля не лжет никому, даже самому себе. Это проще сказать, чем сделать. Yeah.
последнее испытание. Молодец. Быть может, ты действительно готов. Возможно. Но об этом судить не нам с тобой. Да и с противником, равным мастеру клинка, ты еще никогда не дрался. Пора сделать привал. Ну а теперь расскажи мне про себя. Интересно узнать, каким ты был. Ты правда хочешь это знать? Ты же был куда моложе, чем я сейчас. Да, моложе и намного наглее. Я тогда вообще никого не слушал. Я ведь считал, что меня невозможно победить, пока он не поставил меня на место. Выставил меня на всеобщее посмешище. Забавно, что после этого меня и прозвали бессмертным. Ясно. Но ведь ты же единственный из всех, кто вернулся живым. Достойно уважения. Суп был лучше некуда. Явился на смерть? Ищешь новой смерти? Ты забавный, но не более того. Тебе не достает его убеждения. Чьего? Того, кто ступал по этим пещерам 30 лет назад. Не слушая наших стенаний, он шел вперед, невозмутимый и целеустремленный. Но перед мастером даже он оказался бессилен. Если он потерпел поражение, Кларус бы стал тебя отговаривать, так же, как когда-то пытался отговорить меня. Почему? Потому что тот, кого называют щитом, имеет право рисковать собственной жизнью только ради короля. Ты готов рисковать собой впустую? Вот что он мне тогда сказал. Да, впустую. Я чуть не погиб и ушел ни с чем. Я не отговариваю. Просто предупреждаю тебя об опасности. Как твой отец когда-то предупреждал меня. В том зале помощи ждать неоткуда. И назад пути нет. Если не победишь, ты погибнешь. Справлюсь. Может, захвачу тебе какой-нибудь сувенир? Просто вернись. Живым. Повеяло прохладой. Я чувствую, он уже здесь. Пусть готовится к бою.
я здесь. Ты считаешь себя сильным? Если хочешь, убедись в этом сам. Твоей гибели недостойной. Ты ведь дрожишь. Неужели? С каждой секундой страх в твоем сердце крепнет. Думаешь, я просто сдался? Да, ведь ты такая же заблудшая душа. Потому и пришел. Полагаться на грубую силу – признак слабой воли. Здесь погибло много недостойных. И ты погибнешь. Я не умирать сюда пришел. Я докажу, что достоин. Yeah.
за что не сдамся! Ну что ж, сувенир у меня теперь есть. Теперь я понял. Кажется, я и правда боюсь. Боюсь признать, что мне может не хватить сил выполнить мой долг. Я ухожу, но хотя бы не с пустыми руками. Пожалуй, мне уже пора. Может, мне недостает силы духа, но я защищу Нокта той силой, что у меня есть. Вот слова истинного щита короля. Страх и сомнение приводят лишь к смерти. Тот, кто боится увидеть свои недостатки, никогда не станет настоящим щитом. Но ты, примирившись с самим собой, доказал, что достоин. Избранному королю очень повезло, что ему служит такой человек, как ты. Да? Вместе с этим клинком я передаю тебе свою силу. Откуда же? Я забрал его у того, кто впечатлил меня своей силой воли. Этим самым лезвием он отнял у меня руку. Я не могу. Если он еще жив, то при своем сильном характере наверняка уже давно перерос привязанность к материальным вещам. Вот как. Ладно, тогда я не откажусь. А теперь ступай. Твой разум свободен от сомнений, а воля не скована страхом. Не должно последнему королю Люциса идти в бой без своего щита. Благодарю. Вышел. А как же? И как быстро? Не ожидал. Я вот что принес. Думал, тебя порадует. Ну надо же. Пусть останется у тебя, как сувенир. Знаешь, он сказал, что потерял руку давно, в бою с одним безбашенным парнем. Да. Тот парень произвел на него впечатление. У него была просто потрясающая сила воли. Одной силы воли недостаточно. Нужно безупречное мастерство. Не докажешь свою силу, тебя вышвырнут. Ну, он сказал, что тот парень выше этого. И что он наверняка давно перерос привязанность к вещам. Вот так. Гладио. А? Никто еще не одерживал такой победы. Даже бессмертный Кор не смог. Зато у меня нет такого крутого прозвища. Ага. Все же... Хорошо, что я прошел. Теперь я уверен, что готов исполнить долг. Хорошо. Ну что? Пора щиту топать обратно к своему королю. А то мало ли как там без меня.
Да, круто. Ну и как вам? Почетно и перпендикулярно. Как раз к шраму от того задира. Ага. Вот только на этот раз мне и самому тоже как следует досталось. Ты говорил, и маршалу там тоже порядком влетело. Он смельчак, раз пошел в ту пещеру. Да, папа мне много об этом рассказывал. Надо же. Хм. Неужели мастер клинка жил во времена короля-основателя? 2000 лет назад. Долгий срок. И все это долгое время он ждал избранного короля. Да уж, ты совершенно не торопился. Зато не зря ждал. Ой, ну не надо. Да, не надо. Все же, даже если щит рядом, расслабляться не надо. Но если что, я буду готов.